Всем привет! Вы на канале Марина Сикан. Я хочу рассказать сегодня о своем прошлом. В 4 года я уже выступала на сцене и танцевала, и мне подарили куклу. А вот тут вы на фотографии видите, мне уже 10 лет, и я танцевала под Аллу Пугачёву «Робинзон». А вот тут моя бурная деятельность актерская такая, где играла различные роли, там дзюзюки-мизюзюки, там бабушку. Вот. Первый раз, когда я пришла в театр, я показала бабушку, и меня взяли. И сейчас могу я ее изобразить. Что, милок, ты там? Как твои дела? Я тут вот пирожочков приготовила вкусных, да, давай, заходи, угощайся, кушай. Эй, ты какой хорошенький-то! Вот и как раз та фотография, где я играю в красной шапочке спектакль «Бабушку, там у нас два волка». Вот это мы в лагере выступаем в детском. Тут я уже преподавала танцы хореографом. И у меня был драм-кружок, это было самое чудесное время, это в школе 140 в Ташкенте. Также я работала вожатой в различных детских лагерях. Это уже я приняла Господа в свое сердце, тоже мы на молодежку такую веселую создали. И вместе показывали различные тоже спектакли. Вот самое классное, это «Мама и дочка» была у нас, да. Вот тут я какую-то положительную роль играю, тоже в детском лагере. А вот тут фотографии, я зажигаю огонь. Тут мы танцуем. Тут тоже я танцую. Вот на заднем плане я играю роль отрицательную. Это разбойник, который помогает своим разбойникам. Я такой: еще вы там, да? Я, короче, все знаю, куда идти, что делать. Я работаю вожатой. Вот таких, там было очень интересно. Тут тоже я вожатая. Вот наша театральная студия, где я училась актерскому мастерству, вот, где мы выступали, различные спектакли были, этих очень много, все не запечатлели, конечно, жалко. А вот тут я играю грязнюху, которая все портит, гадит. Такая вот, все пачкаю, фу-фу, не мойте продукты, зачем? Вот, типа такого. А тут тоже. Я такая: зизюка-мазизюка, украла посох у Деда Мороза. Вот этот личный костюм мы вместе шили вместе с мамой. А вот. И я такая там: как еще я затворил? Вот так вот. Вот типа в такого я играл. Вот, мы всем с полным составом новогоднее такое представление давали детям. Вот. Вот я тоже развлекаю детей различными играми. А вот мои любимые детки, где мы ездили на выступление. В 187-ю школу мы выступали, там танцевали. А вот этот классный спектакль новогодний. С драм-кружком поставили, называется «Супер новогодний колобок», где колобком играла Аня, где у нас бабушка, дедушка были такие современные. Я еще дедушке лысину там делала, вот если посмотрите. Вот. У нас там отрицательные герои. Вот им, почему они были в таком образе несчастны, потому что они не знали, что такое добро. И колобок им объясняет. Он дружит со всеми, общаться, и у тебя внутри ты не бабаёшка будешь, а очень хорошая и добрая бабушка. Вот он, этот состав, драматический кружок в школе 140. Вот. Это мы в спортзале вместе с детьми репетируем танцы. Ой, как же, какое было чудесное время. Это тоже... После спектакля, вот весело после спектакля было так шумно, классно. Это мы еще одно впечатление, мы выступать ездили. Это уже мы в христианском лагере танцуем вместе с Эльвирой. Это мы поем. Это мы вместе с девочками
Вот, танцуем. Прославление у нас идет. Вот сюда мы ездили к мальчикам в колонию, где мы показывали этот спектакль «Мама и дочка», где мама молится за свою дочку, а дочка побежала совершать, ну, жить, как она хочет, как все говорят. Я жить хочу, как хочу, понятно, остальное не важно. Вот. И попав в грех, уже начала вспоминать слова мамы, которая говорила, что проси Бога, Он тебе поможет, и она вернулась в любовь отца. Вот. Мы вместе с Эльвирой обнимаемся. Это мы поем. Это мы завесу изображаем, что она разорвалась. Вот. А потом я встретила любимого, вышла замуж. Родила таких голюденьких девчушек, Люба тут, Милана и Даша, такие маленькие. Потом их появилось пять, стало пять девочек. Ну где и пять, там и 10. Так что я режиссер, и у меня актеры, мои детишки. И мы вместе с ним создаем спектакли, живем, радуемся. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. За все вам спасибо за просмотр. Пока-пока.